Рада вас приветствовать в своем саду. Заставка еще осенняя, а уже весна. Дел в саду не в проворот. Сегодня решила заняться удобрением своих древовидных и недревовидных травянистых и то пионов и решила показать вам. Покажу, чем я удобряю, чем поливаю, что вообще делаю и как это можно легко и быстро сделать. А замульчировала уже скошенной травой. Первый раз покосила газон. Вот он наш древовидный пион. Сейчас я, в общем, покажу, что я использую и как. А потом сниму видео сам процесс. Уже на почках древовидный пион. Мы такую канавку вокруг всего пиона прокапываем. Сантиметров 15-20. Зависит от возраста вашего пиона. Если огромный куст, то, конечно, дальше канавку копайте. Это конский навоз, перепревший. Видите, я его руками так легко могу разломать. И там одна травка. Нам вообще повезло, у нас в шаговой доступности оказалась конюшня. Мы даже не сразу об этом узнали, увидели, люди на лошадях катались по полю рядом. Я думаю, где-то, наверное, конюшня. И я все розы сажала. Все, мы ездили, покупали. Ну, за символическую вообще плату. Одну минуту на машине или 10 минут пешком до конюшни нам идти. Это я показываю, компост набрала вместе с конским навозом. Сколько там червей. Мне наконец-то начал компост получаться уже. Ну, значит, что мы делаем? Мы принесли вот это конский навоз, компост, золу. Вот зола. Не хвойных пород деревьев, а лиственных надо золу брать. И наш подготовленный пион. Вот это удобрение, какое я использую. Профессиональное голландское комплексное удобрение длительного действия. НПК 15-5-5 плюс много микроэлементов. Видите, какой? На 2-3 месяца. Я его всегда после 10-15 апреля подсыпаю под все растения в сад. Но надо, чтобы температура была выше 10 градусов. У нас наконец-то потеплело резко, как всегда. Но идут такие дожди. Вот это видео снимала в перерыве между дождями. А мастером, это итальянское удобрение, буду где-то недели через две проливать под корень. Тоже состав его хороший, именно для цветущих. Азот тоже 15, фосфор, калий, железо. Удобрением мастер мы проливаем перед самым цветением все цветущие растения в саду. И цветы, и лилии можно, и рододендроны. Еще чуть потеплее, это я буду проливать розы туда поближе, в середине мая, наверное, начну. Хорошее тоже удобрение. Ну, а сейчас посмотрите непосредственно сам процесс, что и как я делаю. Рада вас приветствовать на своем канале. Сегодня мы будем удобрять пионы. У меня это древовидный пион. Таким же образом весной можно подкармливать любой пион. И травянистый, молочно-цветковый и любой. Значит, что мы делаем? На расстоянии 15-20 сантиметров от кустика мы убираем все замульчировано и проводим бороздку вот такую. Дальше у меня это конский навоз, я вам показывала, вокруг всего пиона вот так вот мы подсыпаем, мульчируем его. Конский навоз у меня осталось немного. Но у нас конюшня тут совсем рядом. Мы скоро съездим и еще приобретем. Самое главное, чтобы он перепрел. Желательно года два, чтобы
полежал у вас где-то вместе с компостом. Так, рассыпали мы конский навоз. Дальше мы берем и золой подсыпаем. Не сильно. Сильно мы еще потом сверху подсыпем. Дальше. Дальше у меня удобрение Асмокод. Я вам показывала. И берем тоже сюда же. Рассыпаем. Ну, ориентировочно на такой большой куст где-то 1,5-2 ложки Асмокода. Все. Все. Теперь берем чистую землю, хорошую, питательный грунт. Принесла я перегной, землю садовую. Компост у меня тут. Ой, червяков сколько. Вот весь червяки какие. Там, конечно, его целая куча. Он весь сильно грязный, мокрый. Ну, в общем, вот так вот мы все засыпаем. И у нас красота. Сейчас пойду покошу газон и присыплю еще скошенной травкой. Вот такая красота получается. А мне теперь надо еще 39 раз то же самое сделать вокруг всех пионов. Посчитала свои кусты. 40 пионов или 39. Ну, часть из них молодые, а часть уже такие красивые. 5 древовидных еще молоденьких. Ну, все, сейчас покажу вам, как я его замульчировала. И, в принципе, кто не знает, как ухаживать за пионом весной, можете повторить. Осталось пролить еще совсем немножко, но у нас дожди были неделю или две. Все, ждем цветения. Вот такие большие почки у нас. Это темный древовидный пион без названия, купленный у бабушки на рынке. Вот что у нас получилось. Газон подстригли. Кстати, это первый раз я газон подстригла. Сейчас покажу. Розочки тут заодно. Ой, за эту розу, вот за эту именно, я вам видео через 2 недели сниму и расскажу. С ней такая история приключилась. Это Валертон Олд Холл. История. Вообще волшебная какая-то. Да еще наши пионы. А вон газон. Вот этот. Такой зеленый. Да? Зеленый. Ну, тут у нас собачья дорожка, по которой они всю зиму бегали. А вот наша гортензия. Будущая штамбовая. Помните, я вам 2 видео назад за нее рассказывала. Получается, у нас 3 яруса веточек будет. 1, 2, 3. Красивое деревце. Сейчас не знаешь, за что хвататься. Не успела ни почистить газон, ничего. Дожди такие. Вообще, надо бы подождать еще было 2 дней, чтобы земля просохла. Но у нас такие дожди были. Она так выросла, что пришлось ее и подстричь. Это волшебный камень. За него расскажу когда-нибудь. Ну все, до встречи в нашем саду.